Сэр, посмотрите на это. Сэр, вам правда надо это увидеть. Что? Это подарок. От осведомителя. Он уже много лет назад сошел со сцены. Позывной Птаха. Мы дали ему позывной Птаха. Этой птахе все, что он захочет. Найдите 47-го любой ценой. Они мои. А документы у тебя есть? Я могу просто их забрать. Ты не похож на вора. Это не будет воровством. Знаешь что? Я их продам, если победишь девчонку. Справишься с девчонкой? Смотря с какой. Моя Лилечка кому угодно фору даст. Даже тебе. Разве ты не встречался с моей сестрой? Эй, друг, мне помощь нужна. Я могу помочь, приятель. Я не могу найти патроны для дробовика. Они должны быть сзади, там же, где я. А я уже глядел, я не нашел. Надо же, с утра они были. В складе у нас их точно не осталось. Наверное, кто-то же псих истратил все на стенище. Ну ладно, раз, два руки. Блин, это не я так делаю. Но чтобы через слово, нет смысла. Они небось думают, что слово на букву Х делает их сразу круче. Поистину. Ну так когда там пишешь, тебе патроны новые подвезут? Через день-другой точно буду. Ладушки, похожу тут немного. Может, чего-нибудь для детишек присмотрю. Может, пистолет маленький, типа 38-го. Где они стоят? Привет! Как... Слыхал? Старина Лени вернулся. Вот сука! Как было хорошо и тихо без этого... Эй, Громила, ты если сделаешь еще шаг, привет, то мне пальцы раздавишь. Говорят, ты хотел пострелять. Можешь взять любой ствол на твой вкус вон оттуда. Когда выберешь, приходи обратно сюда, и мы погрохочем. О патронах не беспокойся. Для соревнования не жалко. Стреляй на здоровье.
ты сможешь, ковбой. Откуда этот парень взялся? И это все, что ты можешь? Thank you.
Ты что, смотришь на такую пушку и сразу хочется убить какого-нибудь...